В Краснодар в очередной раз пришло лето. Народ ходит в летних платьях, в футболках, шортах. Какая собака симпатичная. Короче, Дэнди, собрали мы полотно для проектора, да? Я его раскрываю, а там, короче, сидит перемога. Все раздеты. 25 градусов тепла в Краснодаре уже неделю. Народ разделся до шорт. Очень тепло. Это несмотря на то, что сегодня 8 ноября.